В марте 2011 года, в разгар арабской весны, в Сирии начались акции протеста против политического режима. Подавленные грубой силой, эти акции переросли в кровавую гражданскую войну всех против всех. Посреди этого хаоса группа экстремистов ИГИЛ обосновалась на севере Сирии, где в 2014 году провозгласила свое исламское государство, начав совершать чудовищные зверства над мирными жителями. Сразу купировать проблему Асаду не удалось, и к 2015 году уже большая часть Сирии находилась под контролем боевиков различных военно-политических и экстремистских группировок. При этом правительственные войска удерживали лишь 8% территории страны. Находясь под давлением, президент Башар Асад был вынужден обратиться к России за военной помощью, без которой его правление и само существование Арабской Республики становилось невозможным. После вмешательства России ситуация в САР начала меняться. Уже к ноябрю 2015 года исламские террористы остановили свое наступление и, неся существенные потери, были вынуждены отказаться от части своих захватнических планов. По большей степени это эксперимент государства. В состоянии ли мы выполнять какие-либо задачи? Все в дальнейшем будет зависеть от нас. Это понятно, правильно? Теперь открываем карту, объясняя задачу. Выполнение операции должно было начаться с восходом солнца. Располагая несколькими машинами, мы должны были направиться к автомобильной развязке, которая находилась к северу от города. Там нам следовало соединиться с бронетехникой ВС САР, после чего уже при поддержке союзников двинуться по шоссе в южном направлении до тех пор, пока наша группа не достигнет окраины города. Там мы должны были закрепиться на самостоятельно выбранных позициях и контролировать перекресток дорог, соединяющий восточный и западный районы города. Десять минами забил. Выебывается. Великолепно. Все, готово. Выстраивай колонну, идем. Я замыкаю. Райан, даже если... Тихо, стоп, 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 направо, направо. Ой, бля. Останови. Стоп. Стоп. Вперед, 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 давай. Блядь, занимаем, короче, блядь, север, смотрим. Зов, ранеными сирийцами заниматься не будем. Я вызову сюда медиков, как принял. Я понял тебя. Да там все же, столько ГПшек отработало. Вон наш. Ну я сейчас трубы ебну, давай. Мем? Да, ну ты же, блять, магнол. Да меня тут, сука, вы... Где у нас хендрот, я не живу. Я вообще, блядь, в машине сидит. Видишь?
еще будет. Второй. Я выхожу. Блять, не понимаю, есть там или нет. Вы зашли? Чисто второй этаж. Осколки! У нас три. Подтягивай его. Ну, зашить меня нахуй, хуй знает, там осколки улетел. Компактный, блядь. Нахуй на кисе, все голову убивает. Смотри. Блядь, я тебя не вижу, погоди. Я все расхуярил прям. Ваньте. Ну да, там гражданские едут. Если это шахитка, это будет удивительно. Тачка едет. Land Rover. Не, пока не работаем, смотрим. Откуда автобус? Три, два человека. Пока не работайте, парни. Работай, тур, работай. Отставить огонь, отставить огонь. Все, остайся. На что? На пути.